Дорогие друзья, сейчас видео для поваров и не только. Вот смотрите, почему мы делаем такие надрезы на рыбе. Ну, почему повара делают надрезы. Вот смотрите, вот здесь, вот филетка наша. Чикос. Вот филетка наша. Посмотрите, здесь она толстая, здесь тоненькая. Это называется корвина по-испански, не знаю, как это по-русски. Сама суть. Здесь мы делаем надрезы. Во-первых, здесь будет готовиться более равномерно. Более готовиться будет равномерно. И здесь будет хрустящее. Потому что если мы будем вот жарить на сковородочке, это будет изготовлено быстрее, эта часть. Это значит высохнет, понимаете? Таким образом мы делаем одинаково. Это одна. Сейчас я почистил 6 рыб. Я их вот делаю теперь порционно, по 10 филет, порция. Вот, теперь они у меня будут храниться вот так вот, они будут храниться дольше. Теперь у меня, что делать, вот рыба у нас идет, филет, и заканчивается. Очень важное правило на кухне, очень важное. Это больше для поваров. На тот же стол надо сервировать, извините, кусочки такие же. Например, если столик на двоих заказал две рыбы, и вам придет вот так вот. По весу они одинаковые, но по размеру и по форме нет, потому что это хвост. Так что я делаю? Я хвосты, у меня должно получаться 6, 2, 12. 12 хвостов. Вот я их одну дюжину сделаю, и мы с них или начнем, или закончим сервис. Понимаете, вот когда все хвосты ушли, понимаете, о чем я говорю? То есть важно качество на кухне это, тарелки должны быть одинаковые, как визуально подача. Понимаете, это больше подача. Ну все, друзья, вот такая информация. Что еще сказать? Кто, если знает, почему здесь соль у меня, скажите. Напишите в комментариях, почему у меня на доске вот сейчас я положил соль. Это что-то здесь, связь есть вот с этим и с солью. Так, для чего же у нас соль-то на столе? Посолить, захватить кончик вот хвоста, чтобы он у нас не выскользнул. И снимаем мясо. Так, теперь, Сергей, что мы делаем со шкуркой в уху? Подождем. Мы сделаем одно перуанское блюдо, называется севиш. Не буду спорить, это перуанское или с другой страны. В общем, латиноамериканское, со шкурок, с косточек. Вот кто-нибудь вам показывал, как использовать косточки? Кроме ухи, сделаем севиш. Всем здоровья. Пока-пока.